Лучшие спортсмены движения Street Workout поборолись сегодня за титул чемпиона Беларуси. Командный и индивидуальный фристайл, отжимания и трисет. Как это было, смотрите в следующем сюжете. Стрит-воркаут для нашей страны довольно молодой и пока еще любительский вид спорта. Он предусматривает тренировки на турниках и брусьях. Первенство республики состоялось в третий раз. В этом году за звание чемпионов приехали сразиться 78 спортсменов из разных уголков Беларуси. Борьба разразилась в 5 номинациях. Уже традиционные свободные отжимания, индивидуальный и командный фристайл, а также две новые дисциплины. Это трисет для профессионалов и для любителей. Для профессионалов у нас туда входит 12 строгих выходов силой, 16 подтягиваний с дополнительным весом 32 килограмма на поясе и 20 раз отжаться на брусьях с дополнительным весом 48 килограмм. И все это нужно сделать за минимальный промежуток времени. Несмотря на то, что этим видом спорта белорусы стали увлекаться относительно недавно, за 2,5 года в стране прошло более 75 спортивно-массовых мероприятий. И у турникменов уже была масса возможностей проявить себя. А для многих состоявшихся спортсменов сегодняшнее первенство стало еще и своеобразным вызовом. Когда я к силовым элементам тренируюсь, я готовлюсь. То есть у меня после тренировки я как выжатый лимон. Вот, сил нету практически. Вот. Ну, а команда фристайл, он требует все-таки больше отработки, именно синхронизации каких-то качественных исполнений. Чемпионат организовала Федерация Street Workout. Поддержку оказало Министерство спорта и туризма. Посмотреть на развернувшуюся борьбу и поддержать понравившихся атлетов мог любой желающий. Среди почетных гостей – именитые спортсмены из России. Нравится настрой ребят, нравится количество ребят. Это все говорит о том, что уровень организации здесь, местный, очень высокий. Ребята выступают, ребята готовы. Вот. Настроены серьезно, у них есть подготовленные номера, есть недочеты, что-то не получается, но это свойственно каждому. Ребята сильные есть, да, я бы хотел с ними побаться, но, к сожалению, я сегодня в судьях и смотрю на ребят и думаю, то, что в Беларуси уровень очень поднялся, очень хороший уровень, так сказать, мировой. Победители и призеры соревнований определены, а награды нашли своих чемпионов. Зрители получили порцию вдохновения, а спортсмены, зрелищно завершив спортивный сезон, уже начали подготовку к новым победам.